скажете, а при чем здесь кастрол? Кастрол я уже показал. Ну, другие канистры, но почти то же самое, что эти, что магнитай. Но вот эти канистрочки уж очень похожи на старый кастрол. Ну, точнее, как старый, на наш кастрол ч.10. Более бюджетная линейка, чем магнитек. А вот если мы посмотрим на нынешние канистры кастрола, и вот масло Амко или Амко, канистры одинаковые с кастролом практически. Интересно, это их дочернее предприятие или как? Дизельное масло, но оно в принципе и под бензин, конечно, пойдет. Но Кумонрейл — это дизельная система впрыска. И, естественно, стоит хороший допуск CL4 для дизельных машин нового поколения. В самый раз. Очень-очень неплохо. Интересно, что на масло именно 2050 всего 5000 дается. Гарантированный пробег. Но любое другое 10. Что тут еще есть у нас? Наверное, есть тормозуха, лампочки, антифриз. Да, такого для нас ничего интересного. А идем дальше. Вон еще бушные диски продают с бушной резиной. Сразу же шиномонтаж. Но немножко для нас в непривычном стиле. Вот идет монах, если я правильно понимаю.